ты отлично валял дурака вчера ночью, когда болтала пигограмитуси о этих вопиенцах. Пигограмитуси и вопиенцах! Ну, я так и сказал, ну, которые прошли по Квиобускому меридиану. По Квиобускому меридиану! Я так и сказал, провалиться мне на месте. Очень здорово валял. Слушай, я послал 6 пенсов для твоей кроссовки. Ты получил? Да, я приручил его к ней, так. Потому что нос у Малеволю чует, но не бичует. Ага. У моей красотки ручки не короткие, а мармедонцев не пускают туда, где выпивают. Нет, такой чепушистой чепухи я еще никогда не слышал. Ну а теперь давай песню! Вот тебе 6 пенсов, давай заводи песню. Нет, у меня столько же, если один рыцарь дает. Другой рыцарь забирает. Вам какую песню, любовную или со смыслом? Да любовную! Конечно, любовную! Со смыслом не надо! Ненавижу поучение! Куда ж ты так спешишь, красавица? Поверь, никто здесь не кусается. Уже тебе совсем не нравится простая песенка моя. Сама же после будешь каяться, ведь быстро молодость кончается. Такими нынче не бросаются парнями славными, как я. Эй! Мы очень скоро станем старыми, тогда мы скоро станем старыми. И наши встречи за амбарами уж нам обратно не вернуть. Глянь, все живое ходит парами, да все живое ходит парами. Но лишь потратим время даром мы, стремясь в природу обмануть. Oh,
Где честь? Где пристойность? Разделись! Как пьяные соборники в темном трактиле! Горланите площадные песни! Все! Уже нет уважения к госпоже! Нет простого чувства такта! Извините, сэр! Что-что? А так-то мы в песнях соблюдаем! Ага! Я же пошел сюда! Вылезь отсюда, кому сказал! Че? Да. Сэр Тоби Белч, да. Моя госпожа велела вам передать, что хоть вы и живете в ее доме как родственник, а она не желает иметь дело с этими вашими безобразиями. Велела передать, если вы расстанетесь с этими вашими буйствами. Живите, если нет, моя госпожа охотно с вами расстанется. Прощай, прощай, моя красавица! Здесь явно кто-то зря старается и без причины придирается, что мы горланим и шумим, увы, не можем мы исправиться. А если что кому не нравится, то пусть он сам и убирается. Он нам не нравится самим. Да наверное, сварём. Надо репетировать. Прости, а этот кто такой? Дворецкий. Нет, это же что за птица, я не понимаю. Дворецкий. Синица? Дворецкий. Вы кто такой? А? Я Дворецкий. Он Дворецкий. Если ты такой весь из себя Дворецкий, ты что думаешь, что на свете больше не будет еды и питья? Да? Ошибаешься. Ошибаешься. Все сюда мы. Мэриан вина. Мэриан вина. А мне любимого пива. Мисс Розмэриан сюда! Я прошу прощения, Господин Мальволь, я проходила. Мистер Розмэриан, если бы вы не пренебрегали отношениям, госпожи, вы бы не стали принимать участие в этих безобразиях, в этих бесчинствах и бу... Я музыки хочу! Друзья, привет вам! Цезарё, пусть мне опять сыграют ту песенку старинную, простую, которую мы слышали вчера. Она мне больше облегчила душу, чем звонкие холодные напевы шальных и суетливых наших дней. Один куплет, сыграйте! Простите, ваша светлость, здесь нет того, кто её пил. А кто же это? Шутфеста, государь, который ещё нравился отцу, графиня Ли. Найди его! А вы, напев. Стало быть моложе супруга.
владеть его душой. Это себя расчастно превозносит, но в любви капризней и корезней. Быстрее устаем и остываем, чем женщина. Вы правы, государь. Найди себе подругу помоложе, иначе быстро охладеешь ней. Все женщины, как кровь, день настанет. Цветок распустится, и в них увянет. Как жаль мне их. О, как мне жаль цветы, чей жеребий вянут в цвете красоты. О, спой, комбатый стол, что там вчера. Цезарё, послушай, простота и старина. И значит, ты гляки и кружевицы со своей работой поют ее красивой старины. Сливается с естественностью чувств.
Да. Возьми себе за труд. Какой же это труд? Для меня опять одно удовольствие. Я и плачу за удовольствие. Конечно, за это удовольствие рано или поздно приходится, да? Возьми, но стоило позволения, нам придется разоститься. Да храни тебя, Бога, сошлем тебе портной камзол из переливчатой тафты, потому что душа твоя изменчива и опал. Людей с таким постоянством следовало отправлять в море. Там они могли бы заниматься чем думается и плыть куда заблагорассудится. Вот и совершили вопенное путешествие, ловя собственный хвост счастливого пути. Оставьте нас! Старел, пойди еще раз к ней сейчас. Я сказал, оставьте нас! Старел, пойди еще раз к ней сейчас. Оставьте нас! Сезарио, пойди еще раз к ней к жестокости над меня и повтори, что моей душе, объятой благороднейшей любовью, не нужен жалкий приносимый мечтами. Я презираю идолы фортуны, которыми я имею богатые свою фортуну, но без меня. Я очарован чудом красоты, которая по милости природы моей владычицы воплощена. Но если вас она любить не может... Я не могу принять такой ответ! Но вы должны! Представьте, ваша светлость, что женщина, быть может, есть такая. Терзается любовью к вам, а вы ей говорите, не люблю. Так что же, возможно ли ей отказом не пренебречь? Грудь женщины не вынесет влияния такой могучей страсти, как моя. Нет, в женском сердце слишком мало места. Она любовь не может удержать, увы. Их чувство просто голод плоти. И только стоит удалить его, и сразу наступает пресыщение. Но я же страсть. Шагнах подобно мою, и так же ненасытно. Нет, мой мальчик, не может женщина меня любить, как я люблю. И все же, я знаю. Ну что, Цезарио, ты знаешь? Как сильно любят женщины. Они в любви верны не меньше, чем мужчины. Дочь моего отца любила так, как будь я женщиной, я, быть может, любил бы вас. Ну, что же, расскажи, что было с ней. Ее судьба, мой герцог, подобна неисписанной странице. Она молчала о своей любви. Но тайна эта, словно червь в бутоне, румянец на ее щеках точила, безмолвно тая от печали черной, как статуя терпения застыв. Она своим страданием улыбалась. Так это ли не любовь? Ведь мы, мужчины, хотя и расточаем обещания, но мы твердя страсти вновь и вновь на клятвы щедры, скупы на любовь. Нет любви. Твоя сестра еще. Я нынче, государь, все сыновья и дочери отца. Хотя... Может. Графиня, мне идти? Да, скорее. Вручи ей перстень и скажи ей сразу. Любовь не повинуется отказу. Опа, ничего себе. Это почерк. Это почерк графини. Ее М, ее О, ее И. Точно. Точный. Что это? Что это такое она пишет, а? Тайно любимому с большим приветом. Это ее выражение, точно. Точно. А ну откроем. А ну откроем. О, печать с головой Лукреции. Она всегда пользуется этой печаткой. Что за письмо? Кому она пишет, а? Увяз головой Петра Хамия. Читай вслух. Читай вслух. Вслух читай. Вслух читай вслух. Сейчас. Богам известно, я люблю, одну мечту лелею, кого люблю я не скажу, признаться в том не смею.
Ничего себе, па-па-па-па-па-па. Мальволио, а это не про тебя ли случайно, а? Я рождена повелевать тому, кому душой пылаю, но не могу тебя назвать и молча по тебе страдаю. М-О-А-И, кумир моей души. Вот ты головоломка. Ага. Нет, тут нужно подумать, а? Пусть поломает голову, он потерял след. Какую дохлую свинью ему предложили? Есть! Нашел, нашел. Я рождена повелевать, все правильно. Она мною может повелевать, я ей слуга, она моя госпожа. А дальше, М-О-А. Что такое М? Что такое? Что такое И? Что там дальше? Дальше пошла проза. Если это попадет тебе в руки, вникни. Волею судеб я стою выше тебя, но да не устрашит тебя величие. Одни рождаются великими, другие достигают величия, третьим оно не сходит. Будь хмур с родственником, надменен щелетью, громогласно рассуждай о делах государственных, порази всех странностью повадок. Это говорит тебе та, которая вздыхает по тебе. Вспомни, кого восхищали твои желтые чулки, рождая желание видеть их постоянно, всегда подвязанными крест-накрест. Вспомни, говорю я тебе, и ты займешь высокое положение, а если нет, оставайся для меня дворецким, жалким слугой, недостойным коснуться перстом фортуны. Прощай! Твоя счастливая несчастливица. Ничего себе. Все. Я как среди ровного поля белый день. Кто сейчас скажет, что она меня не любит, а? А я буду хмурым с родственниками. А я поражу всех странностью повада. Я буду грубительному сэру Тоби. Это же. Постскриптум. Если ты не угадаешь, кто я, то прими мою любовь. Покажи мне это своей улыбкой. Тебе так идет улыбка, поэтому при мне всегда улыбайся, мой добрый возлюбленный. Сейчас. Что хотите посмотреть?
Еще бы! Пойдемте со мной!